Приветствую, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Прошло 97 суток, и я наконец-то получил очередную посылочку из Китая. Конечно же, виной всему стал коронавирус, COVID-19, как его называют в простонародье. И для меня случилось чудо. Я уже не думал, что дождусь эту посылку, но я ее наконец-то дождался. Сейчас вскрою и покажу вам, что в ней. А пришли мне, друзья, вот такие вот тактические, туристические зимние кроссовки с AliExpress. Уже думал, их не дождусь. Заказывал, как видите, друзья, зимний вариант. Хотя можно было заказать и не зимние. Можно было заказать точно такие же, только без меха. Такие вот надписи, спортивная обувь. Вы знаете, на ощупь и на вид довольно достойные кроссовки. Конечно, обидно, что зима уже заканчивается, подходит к концу. Уже идет период масленицы, и через пару дней зима уже закончится и начнется весенняя пора. Но кто ж знал, что в Китае будет вирус, и я буду ждать так долго обувь. Прошло уже 97 дней. Но на вид за $20 очень качественная, хорошая обувь. Знаете, друзья, можно такую обувь порекомендовать. Очень все хорошо сделано. Посмотрите, какие швы. Посмотрим, как она будет носиться в будущем. Но теперь придется ждать следующей зимы. Ждать, когда закончится этот вирус в Китае. И я остался доволен обувью, которую заказывал. У меня есть видео еще по одним кроссовкам, также по зимним. И теперь мне уже хочется заказать кроссовки из Китая летние. Реально, за $20 обувь очень достойная. Посмотрите сами, какой мех. Все довольно плотно. Я думал, что это будет ткань, друзья, такая типа баллоневой, но это какой-то такой интересный твердый материал, как у китайцев заявлено, непромокаемый, водоотталкивающий. Но промокнуть он, конечно, если в воде будете, промокнет, воду напитает, но думаю, воду он отталкивать будет. Ради интереса, друзья, намочил кроссовки. Все остается вот такими каплями. Капли растираю, но вода не впитывается. Просто вот растираю их по кроссовкам. Поэтому реально какая-то ткань водоотталкивающая. А так вот капнул, и просто были капельки на обуви. Вот как здесь на подошве. Все проклеено, видно, швы, все. Ну, посмотрим, друзья. Заказывал на размер больше. Сам ношу 44-й. Заказал 45-й. И они мне идеально подошли. На этом, друзья, заканчиваю. Ссылочка будет в описании под видео. Всех благ вам и вашим близким, друзья.